Я предлагаю сегодня челлендж. Кто последний заиграет в Бравл Старс, тот и получит Бравл Пасс и база. А я согласна. Мальчики, а вам слабо? Ничего не слабо. Я принимаю вызов. Еще целый час и ждать новый сезон. Почему так долго? Сорок семь минут до нового сезона. Когда ждешь, время идет так медленно. Что-то нет ничего интересного. They say she's too wrapped up in herself. Hashtag haters. О! Сегодня появится новый сезон Бравл Старс. Мальчики, а вы знали, что сегодня выходит новый сезон Бравл Старс? Конечно, знаем. Это седьмой сезон. Лето юрского периода. И в нем будет новый хроматический боец. Убийца-спасатель Бас. А еще через неделю появится новый эпический боец Гриф. А еще новые скины. Да, целая куча! Плохиш Бас, Сёрфер Карл, Динозавр Леон, Пляжный Мортис, Кока Роза, Аквабайкер Джеки, Морская Нита! А еще будет Бургер Лу, Макс Гермес, Трэш Пока, Дикий СТУ, Ужасная Биби, и прямо сейчас можно забрать подарок Мегаящик Дэрил! А еще три новых режима! Волейбол, баскетбол и удержи трофей. И плюс к этому 10 новых гаджетов. Сколько всего! Я прямо сейчас хочу забрать мегаящик Дэрил. Давайте скорее сделаем битву сундуков. Ого! Откуда вы столько знаете? Вы что, днем и ночью сидите в Бравл Старс? Давайте битву сундуков! А победитель получит Бравл Пасс и база! А кто займет второе место? Новый скин! А я хочу и скин, и баз! Новинки стоят кучу денег! Зачем их покупать, если всех героев можно выбить из ящиков? Героев можно выбить, а скины нет! Искать героев в ящиках можно очень долго! Например, Амбер вышла уже полгода назад, а у меня ее еще до сих пор нет. Я хочу Бас сегодня, а не через полгода. И я хочу сегодня. Но искать героев в ящиках намного интереснее, чем просто покупать. Какой тогда смысл вообще собирать сундуки? Я не хочу ждать. Я хочу Бас сегодня. И я. И я. Слушайте, мне кажется, что у вас уже Бравл Старс зависимость. И вам нужно всем отдохнуть от этой игры. Давайте вместо привычной битвы сундуков я предлагаю сегодня челлендж. Кто последний заиграет в Бравл Старс,
тот и получит Бравл Пасс и база. А давай, кто первый заиграет? Я буду первым. Нет. Кто последний? Посмотрим, кто из вас сможет справиться с зависимостью. Это как? Сейчас выйдет новый сезон, а я не смогу играть? Да, это жесть. А я согласна. Мальчики, а вам слабо? Ничего не слабо. Я принимаю вызов. Ну и отлично. Тогда начинаем челлендж. 3, 2, 1, поехали! Ну и хорошо, а я пока поработаю. А я рисую. А что мне делать? Я целую неделю ждал новый сезон. Ну а вот теперь отдохнешь от Бравл Старс. Откладывай свой планшет и возьми, например, книжечку почитай. Ладно. Вот и прекрасно. Все заняты полезными делами, а не сидят в телефонах. А я пока пойду обед приготовлю. Ты что, играешь? Кто играет? Я не играю! Я только хотел посмотреть! Посмотреть же можно! Посмотреть можно! Но лучше отложи планшет! Ну так погоду посмотреть можно или погоду тоже нельзя? Так-то лучше! Нет, я не хочу в этом участвовать. Вышел новый сезон, а я с книгой сижу. И у меня вообще каникулы, я хочу отдыхать. Кто это запустил Бравл Старс? Я не участвую в вашем дурацком челлендже. Я буду играть и открывать сундуки, и сам выйду в базу. Ну как хочешь. В челлендже остались Эмма и папа. Есть! Новый гаджет на Бель! Звездная сила на Рико! Гаджет на Дэрила!
Лена Барли. И гаджет на мистера Пи. Класс! Oh, come on, let me show you how it's done. Наконец-то я дошел до нового скина Бель Голдхенд. Так, у меня собралось 244 кристалла. Я сам заработал на Бравл Пасс. Уху, у меня 7-й Бравл Пасс. Geology is my game. Новый скин, Сёрфер Карл. Ты открыл уже Бравл Пасс? Ну и в этот челлендж я тоже хочу. И этот не устоял. Даже час они продержались. Эмочка, ты победила. Я знаю. Давай донатить на Бравл Пасс и база. Да! Мне не нужен ваш донат. Я еще пособираю немножко жетонов и сам открою база. Ребята, кто со мной согласен, жмите лайк.